25 февраля в России прошла акция в поддержку наших военнослужащих. Быть здоровым – это модно. В этом году в ней приняли участие около 3000 человек. Организаторами для них были подготовлены футболки с символикой СВО и лозунгом «Победа будет за нами». Акция прошла в 11-й раз. Участники обливаются с 2016 года, но второй раз во всероссийском масштабе. В прошлом году приняли участие жители 7 регионов, а в этом – 20. Вне зависимости от часового пояса, все участники акции – единовременно обливали себя холодной водой. Впервые в этом году состоялась акция в Иркутской области. Она прошла в нашем городе, на льду реки Ангары. Около 30 участников разных возрастов, младшему из которых всего 4 года, сначала участвовали в разминке, пробежке на 250 метров, после чего обливались водой из ведер. Как отметил мэр Владимир Арноев, в России сегодня 89 регионов, и только 20 из них принимают участие в такой, несомненно, нужной и важной акции. Кстати, с Иркутской области участвуют только Свирск. И если посмотреть на карту участников, то наш город виден сразу. В приветственном слове Владимир Степанович выразил отдельную благодарность Николаю Мясникову, руководителю клуба любителей моржевания. «Мы совсем недавно начали осваивать данное направление, но уже показываем себя на карте Российской Федерации. Это только говорит о том, что мы за спорт, мы за здоровый образ жизни». Сегодня мы, значит, проводим всероссийскую акцию в поддержку специальной военной операции, которая организована клубом «Ярополк» московским при поддержке и правительства, и Палаты президента Российской Федерации. Эта акция проходит во многих регионах, по-моему, 18-19 регионов участвует. Ну, наш регион представляет в этом году город Свирск. Акция заключается в том, чтобы люди облились, но у нас есть своя своеобразная фишка, раз у нас люди занимаются закаливанием, зимним плаванием. Мы, помимо того, что обливаемся, мы еще и бегаем на свежем воздухе, так скажем, в купальниках, в шортах. Поэтому мы показали то, что мы можем. И моржи, которые занимаются у нас уже плаванием, более такие подготовленные, есть и дети, и взрослые, они окунулись у нас в специально приготовленной ванночке в чистейшей воде Ангары. Такая гордость берет за наших жителей, в том числе и совсем юных, решивших поддержать акцию. Помимо обливания, в рамках акции сверчане также окунулись в прорубь. Участвовали как матерые моржи, так и совсем юные воспитанники клуба моржевания под руководством Николая Мясникова. Для них, правда, здоровье одна. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Все три составляющие в этот день присутствовали и подарили незабываемые впечатления.